11 номер за 15 год от издателя. Вот сразу такая статья. У кого есть потребность убивать людей? Ну, почитайте, почитайте. Не то, что я это все придумаю, знаете, на медицину тут качу вот бочку такую огромную и говорю, это плохо и так далее. Это уже другие люди, которые столкнулись с медициной, столкнулись с системой медицины, столкнулись с обществом. И вот они уже вот так вот и пишут все это дело. Почитайте. Страшные вообще вещи. Количество заболевших раком с каждым годом растет. Ничего вот в плане не делается, там какие-то вакцины, еще что-то там изобретается, якобы та-та-та-та-та. Короче, количество растет, потому что тут и иммунитет понижается, и с помощью продуктов питания, и с помощью там пищевых добавок, пестицидов, гербицидов, заражения воды, воздуха, различных этих самых прививочек и прочее, прочее. С детства все это дело ослабляется, а потом удивляется, а почему это тут такое вот творится? Ну, творится из-за того, что общество больное, общество надо лечить, а потом уже выздороветь каждый член этого общества. А если его не лечить, то, естественно, ничего не будет. Так, познавательно, практически. Вот тут как раз фото Ту-Ю-Ю. Это женщина, которая получила Нобелевскую премию в 2015 году по медицине и физиологии за открытие артемизинина, препарата из полыни однолетней. То есть, оказывается, уже где-то 3000 лет назад в Китае боролись с малярией и использовали вот эту полынь. Ну, а эта женщина, она на основании травников китайских проштудировала их и потом, значит, начала экспериментировать и что и как. И сделала вытяжку, которая оказалась эффективна против малярии. Ну, за что ей дали Нобелевскую премию. Хотя до этого, по-моему, раза два давали Нобелевскую премию за открытие средства по лечению малярии. И знаете, просто их дали, а потом, когда все это дело начало раскручиваться, оказалось, ну, не так это все эффективно, как было представлено. Практика показала, что это очередной шик. Значит, полынь. Я тут разбираю виды полыни. Полынь горькая. Что она делает? Какая история? Та-та-та-та-та-та-та. То есть полынь, вот как раз горечь, это одно из таких свойств, с помощью которого можно, значит, подсушить организм, выгнать разного рода паразитов и так далее, и тому подобное. То есть много действий, много свойств полезных дает нам полынь за счет того, что она горькая. Вот. Значит, и тут уже при печеночных коликах, при болезнях печени, как ее уже применять. То есть пошла рецептура уже, как лучше использовать. Уже были. Далее, что тут у нас небольшая такая рекламка моя, что смотрите мои программы «Целебная кулинария» на Ютубе. Вы можете вбить название на Ютубе «Целебная кулинария» и вывалится на моем, значит, канале 70 программ я уже сделал. Чем горжусь? Горжусь, сделал я такое хорошее полезное дело. Дальше все, конечно, застряло финансирование, то есть мой пыл такой продлился на 70 программ. Но 70 программ по 20 минут, пыл, конечно, хорошо продлился. Но дальше вот я сосредоточился на газете, на
пытаюсь вот с музыкой что-то тут такое сочинить, это опять-таки надо освоить. Не так-то просто. И вот Галину Сергеевну Шаталову, разбор оздоровительной системы. Я разбираю. Очень интересный человек, большая у нее такая жизнь, большая история, интересная, насыщенная. Она сама кандидат медицинских наук, значит, то есть до мозга костей научный человек официальной медицины. И все-таки он повернул к несколько иному направлению. То есть я бы не хотел сказать, что в народную медицину, и я не в народной медицине, а просто-напросто в разумную такую медицину, которая берет все лучшее от народной, от официальной, и, ну, можно сказать, называется она там естественной, натуральной медициной, которая помогает человеку поднять его жизненные силы, бы очистить организм, дать какое-то там наставление разумное, для того, чтобы он мог побороть болезнь. Потому что болезнь – это в первую очередь наше невежество. Во вторую, это наши привычки, и в третью, наплевательское отношение к нашей машине, которая телесная, которая должна работать в соответствии с закономерностями, которые дала ей природа. А если мы этого всего не придерживаемся, то что будет? Далее я стал вот такой вот делать загорнородное наследие. Очень интересно. То есть были образно-волевые настрои Сытина Георгия. Это, как бы сказать, разновидность загора. Ну, так более такая научная, что ли, это. Ну, различные аффирмации, тире, что означает утверждение, вот и так это. Ну, со словом очень интересно работать, и вот как работать, вот почему этот заговор, механизм его действия. Мне это все интересно, и я этим делом занимаюсь. Дальше, мандала встреча с самим собой. Каждый человек представляет собой такую интересную мандалу, он может уходить, то есть графическое изображение. Графическое изображение твоих, будем говорить, пространств, твоих уровней сознания и так далее, Вот я немножечко тут то, что книжку написал про мандалы, теперь я вот еще разъясняю. Юбилей целительным силам. Ну вот они, целительные силы. 25 лет. 25 лет. В 90-е годы это была, значит, супер популярная книга, которая работала, которая приносила пользу. В настоящий момент, увы, она оказалась незатребованной. Но на этом наша газетка и заканчивается.